Друзья, начинает у меня зацветать в сентябре куст осенних астр. Они махровые, ярко-ярко-розовые. Они такие высокие, я стою на цыпочках, друзья, и телефон у меня выше головы, насколько возможно. Я не знаю, что он там заснимет. Виталий какой хорошенький. Он пока еще весь не зацвел. Тут будет много, видите, сколько почек цветочных. Вот. Куст у меня очень-очень высокий. Он не покрывается мучнистой росой, к счастью. Вот. Очень веселый. Сейчас в конце сентября. Он радует садик. Все тут голо чисто. Все отцвело уже давно, ничего не осталось. Ну, может быть, не все, конечно. Тут у меня повторное цветение роз. А, кое-какое. Так немножко, совсем немножко. И такой же высокий куст, тоже осенний астр, называется леокантемела. Выглядит она как ромашки. Очень-очень высокая, больше 3 метров. Вот такие вот ромахи симпатичные на фоне голубого неба, но чудо. Я даже загнуть не могу, друзья, очень она высоко. Тут у меня вот грецкий орех из... этих самых из косточек, в смысле из орешков вырос, он даже выше, чем орех. У меня очень высокий забор, 3-метровый. Во, какая красота, правда? Сейчас сентябрь 2024 года.